Добрый день, дорогие друзья. Сегодня субботний день в Ганновере. И народ вышел показать себя и посмотреть других. Сейчас я просто встану в стороне и посмотрим, как кто движется. В основном, конечно, на 90% это иностранцы. Немцы после рабочей недели отдыхают. Отдыхают в других местах, чем здесь. По лицам, по внешности видно, что в основном здесь, в центре, это иностранцы.